В воскресенье ачинский гонщик Денис Самсонов одержал победу в Нижнем Новгороде в первом этапе сезона национальной гоночной серии 2016. О феномене Самсонова, который буквально ворвался в элиту автоспорта России, мы рассказывали год назад. Для него на ГАЗе даже специально построили «Волгу» 24-й модели. В первом заезде этой серии спортсмен опередил фаворита трассы Николая Черного. Причем по правилам НЛС в финальном заезде лидеры стартуют последними. Однако из галерки Денис вырвался вперед и до конца заезда уже никому не уступил. Напомним, Самсонов единственный двукратный обладатель Кубка, возрожденной в 2013 году национальной гоночной серии кольцевых гонок.